Я мама этой девочки. Я глубоко потрясена. Мне больно видеть то, что натворил мой ребенок. В нашей семье глубоко чтут память о героях Великой Отечественной войны. Наши деды участвовали в Великой Отечественной войне. Мы с дочерью каждый год на 9 мая приходим на наш мемориал Парк Победы. Участвуем в бессмертном полку. Мне просто стыдно, мне больно. Я понимаю, что где-то не додала своему ребенку что-то в воспитании. Я сделаю все, чтобы моя дочь стала настоящим гражданином нашей страны. Я надеюсь, что эти страшные кадры будут уроком и для нее, и для других ребят тоже. Совсем недавно мы с этого мемориала отправляли ребят на Украину. Мы присутствовали там вместе с дочерью. Обе переживали, обе плакали. Моя дочь уже поняла и осознала, что поступила неправильно, бездумно. Я прошу извинения за случившееся.